приветствую всех пчеловодов. Сегодня 8 у нас июня, и первый раз в жизни едем на кочевку. Ну, как бы пробуем ехать. Попробуем что-то взять. У знакомого здесь километров 20 отсюда есть какой-то боб конский, по-моему, он называется. Какой-то род бобовых. Вот. И оно хорошо цветет, хорошо пахнет. И надеемся, что может что-то наши пчелки соберут. Потому что в нашей местности сейчас, ну, кроме травы, ничего нету. А на траве как бы развитие, ну, идет. Но меда они не принесут вообще. Вот. И сейчас мы загрузили мои улья. Вот так пасека выглядит. Оставлю только облетники и лежаки. Вот оставлю, потому что их тяжело грузить. И идем сейчас ставить улья моего коллеги, моего друга. Вот у него там пасека вдали, и у него тоже 5 улей. 5 своих взял, 5 его, и едем сейчас загружаться. Ну, пока так. Ну и что, загрузили мы улья моего друга, и сейчас будем ехать. У него 5 ульев, у меня 5 ульев. И будем ехать потихоньку. Садишь на гору? А не, мать бэн. Конечно, маме у вино чистить не хочет. Ну, можно все будет гудить. Я иду по документам. Так. Ну, едем потихоньку. Вот, не знаю, что с этого получится. Ну, во всяком случае, хотя бы наши семьи хорошо разовьются, потому что у нас здесь липы полно, гречиха будет. Так что, может, если метку не наберем, потому что этот боб конский как-то, я читал за него, не сильно дает. Ну, он как бы дает, но пчеле трудно взять с него нектар. Цветки сильно глубокие, и не достаться к нектару. Вот, и посмотрим. Ну, там вокруг поля другие есть, возможно, там что-то соберут. У нас здесь сейчас такой кризис, потому что сады отцвели уже, все поотцветало, так как бы, и остались только луговые цветочки. А с этих цветков, как бы, я думаю, что они, ну, разве что для развития. И то развитие не сильно, как бы, быстро развивается. Так что попробуем поехать. Вот знакомый там, наверное, нас будет встречать. Ну, что с этого получится, посмотрим. Так, вот, мы приехали на кочевку, на наш тачок такой полевой. Цветет здесь боб конский. Не стало снимать вечером, то уже темно было. Сколько прошло дней? По-моему, 4 дня прошло или 5. С километра отсюда цветет фацелия.
Здесь где-то 20 гектаров вот этого баба конского. Кому, видишь? Чему ты не вообще засыпал? Нет, то позже косили, видишь, то так виглонда, как развалили, а то позже косили просто. Ага. Вот так. И вже добре то є місто тут. Ну а пчели літають, забач як літають. Ну пчелки видно як літають. Але літаю, кухай. Шицько. Видиш їх? Так. Пчел уйма літает. От, все кишить. Але є їх. Вот и там бубу появляется, видно и какой-то какие-то другие цветы. Рапс, по-моему, желтый. Ну вот наши ульи стоят. Вот так выглядит вот этот боб конский. Вот такие цветочки у него. Вот такие цветы. Ну здесь говорю, гектаров 20, наверное. Вот так работает пчела. Где? Ага. То грейка там. Ну вот так наши пчелки. Все работают. Вентилируют. Чего? Там нет. В руинах так надо. Видно, как пчелы летают. Летаю файну лишку. Видать одразу, как я пожитек. Видать по пчелах. Что же делали, да? Да. Ты, а они тут и что? Где есть целая? Ну, тут и... Дивися, сырнка, где ходит. Видишь, ей? Вот коза дикая ходит. Метрах 50. Вони так якби тут і впадну і закрінцають по грозі. Не, Гришко, вони літаю. Хіба можна і на ту фацелію уж літаю. І чекай, той балонок маєш де? Там в той ташці? Так? Я прийшов сяну обертати, видиш? А можна то, ну, маєш правду, він хіба то пообруцував, то зуставив. Ну вот наш результат нашей работы. Конечно, здесь медок был чуть-чуть. Они уже его донесли и запечатали. Это буквально сколько? 4 дня. Вот. Рамочка довольно тяжелая. Вся залита полностью. И печатается.
Здесь буквально все запечатанное, вот эти рамки. Здесь есть и пустые, которые только-только начинаются что-то делать. Вот, например, даже такая, даже не оттянутая еще. Ну, а другая сторона уже оттянутая. Ну, ничего, оставляем их, пускай работает. Вот цветочки эти этого баба конского. Не знаю, пчелка как берет с них, но они довольно глубокие. И нектар достать довольно проблематично. И поле здесь огромнейшее, не видно ни конца, ни края. Хотя бы семьи здесь хорошо разовьются, потому что после отводков они не в очень хорошей кондиции. Вот. Ну и заодно метку чуть-чуть принесут. Ну пока так. Поставить им корпус такого только и тыле? Ну так, ну что еще пепшить? Ну поставим, ну а что? Только так, как есть, и тыле, не? А как бы хотел, так можешь дать хиба две рамки с расплодом на гуру, а дай им на дулвензе. И нам так, не до средка, вытягни ты крайние две рамки, дай им на гуру, а там им всадь. Крайне не вытягнут, это еще будет скопочек набито. Так. Ну так где иди, бо, да, иди. Бо, а, так бы зашли одразу на гуру, видишь? То Карпатка, тут, да. Так? Файно. Трошки вщекла, але ну, вщекла, но, але пчела така досить велика, видимо, немало. Спробуй, хіба витягни на яку рамку. Ну, давай, ну это и одно, ну так что там даш. Одну-две им дай, аби ж зашли на гуру. Чекай. Вивію, може, це? Ну, дай там з боку. Ні, до середку дам і вензе, віж? Не старчі, хіба дві старчі за наразі. Ні, там всадь, але через одну, ну. Так. Ну. Ще одну візьму, ні? На середку не було. Хочеш ще одну дати? Значить, ні, тут і дам на бок. Ага, тому вензе мушу теж десь дати. Ну, так. Ну, добре, давай. Одну, а зараз посуні до краю. Так, і дай їм ще одну там. Так, одну. З другої сторони, дам, не? Хочу. Ну, як хочеш, можеш дати з другої сторони, ні? Не добре, дай. Добре? А чого рамки так маєш? Служені? Бо гняно вожило, не? Ага. Чому? Чекай, тих пчул, а ну, стрипай тих пчул, Гришко. Бо тут бляха горяча. Згинуть тут і шкода.
одразу уберу ті дві, а я ту всаді. Але файно є, тепло, вітру нема, ні? Ага, так, я скажу, що вже забирати. Суперово. Ну, от. Пчелка хорошо працює.